Добрый день, господа. Вот такая у меня машина Volkswagen LT. LT. Значит, что случилось? Машина перестала хорошо ехать. Стала дергаться, не хватает ей солярки. Значит, что я сделал? Я отпустил бак. Бак у меня алюминиевый на 200 литров. Производство Франция. Вот он так выглядит, вот табличка его. Бывает 250, бывает 140, бывает 280. Вот это вот, вот такой, значит. Снял я топливный приемник, да. Вот он, разобрал я его. И чего я там увидел? Вот что внутри топливного приемника. Листья и какой-то мусор. Вот. Вот это вот листья. Этот мусор мне не давал ехать. Он забивал. Забивал вход и не хватало мощности у двигателя. Вот такая ботва. Ну, песок-то понятно, откуда взялся с топливом. Откуда эти два листа взялись, я не понимаю. И они еще мало того в колбу попали, понимаете? В колбу не так просто попасть. Но как-то вот этим двум листкам это удалось. Все, спасибо за внимание. До свидания.